национал-патриотом, несмотря на то, что русскоязычным, да, он очень как бы, ну, сознательно хотел Украину поднять. Тогда же был подъем промышленности все-таки, да, и такой советский, да, все функционировало, все в комплексе работало, да, и... Но он хотел очень много, хотел автономии. Ну, погорел-то он на этой книге, да, на книге. Ты едешь по трассе, он лозунги повесил, да, проценты вклада Украины там по сельскому хозяйству, и там цифры сногсшибательные были, которые, в принципе, засекречены были. Вот, и понятно, что ему дали по одному месту. Уже появились...